Прекратить лихачество на дорогах и заставить водителей маршруток соблюдать правила. Такова цель спецоперации, которую устроили волгоградские автоинспекторы. Во время скрытого наблюдения они еще раз убедились, пассажиры жалуются не зря. Рискованные маневры и телефонные разговоры за рулем – это далеко не весь список нарушений. В рейд вместе с полицейскими отправилась и наш корреспондент Елена Пич. Под видом обычного пассажира инспектор ГИБДД садится в первую попавшуюся маршрутку. Его задача – зафиксировать нарушение изнутри. Все, что так привычно и так опасно, а потому запрещено делать на дороге. Водитель на ходу берет плату, отсчитывает сдачу, разговаривает по телефону. В первые же минуты он несколько раз нарушает правила дорожного движения. Это хорошо видно из машины скрытого наблюдения, которая едет сзади. Проезд на запрещающий сигнал светофора. 88-20 принял? Да, принял, да. На конечной остановке недисциплинированного водителя уже ждут патрульные, а инспекторы, которые контролировали маршрут, предъявляют ему целый список правонарушений, подтверждающие их видеосъемку. Водитель совершил порядка 6 административных правонарушений, то есть во время движения был не пристегнут ремнем безопасности, также разговаривал, неоднократно разговаривал по телефону, не предоставил преимущества пешеходам, совершил поворот, правый поворот. Крайне левого ряда. Вот посмотрите, и на той стороне маршрутки буквально толпятся прямо на пешеходном переходе. И с этой стороны подъезжают одна за одной, хотя это не остановки общественного транспорта. И по правилам брать и высаживать здесь пассажиров запрещено. Страшно в неположенном месте выходить из маршрутки? Честно говоря, страшно, но выбора, наверное, больше нет. Ну, хотя, наверное, все-таки пассажиры сами виноваты, что не следят за своей жизнью, за безопасностью. В утренние и вечерние часы пик обстановка на дороге особенно нервная. Люди торопятся на работу, а водители микроавтобусов в погоне за прибылью, кажется, вообще забывают о правилах дорожного движения, добавляя к известной формуле – время, деньги, ДТП. В интернете сотни видеороликов, в которых маршрутки несутся, буквально расталкивая другие машины. Всего за 2 часа скрытого наблюдения за маршрутными такси сотрудники ГИБДД фиксируют несколько десятков нарушений. Причем некоторые водители, кажется, совершают, не замечая. Вот микроавтобус проскакивает на красный свет, создавая аварийную ситуацию. Не дай бог произошел удар в правую сторону автомобиля, где больше всего находится пассажиров. Когда нарушители останавливают инспекторы, он даже не понимает за что. Товарищ водитель, а вы не согласны, что вы проехали на красный свет? Нет, конечно, я никогда не нарушаю. На этих кадрах видеофиксации две маршрутки своими маневрами создают затор на оживленном перекрестке. Да там попки такие вообще не повернут вообще никак. Второго ряда совершили поворот налево. Во-вторых, проехали на запрещающий сигнал светофора, перекрыли весь проспект. Создали такой коллапс на дороге. Вину водители признают, только увидев свою машину на видеозаписи. А перепуганные пассажиры пишут в полицию. Увесистая пачка жалоб, корреспонденция за последние 2 месяца. Жалуются на то, что водители зачастую курят в салонах. За то, что водители разговаривают по телефонам. За то, что водители нарушают правила дорожного движения. Добавлены там дополнительные кресла, которые закреплены на, будем говорить, на винтиках. Но теперь, говорят полицейские, с введением скрытого наблюдения шансов на то, что авось инспектор не увидит, остается все меньше. И есть надежда, что недисциплинированные водители станут меньше нарушать правила дорожного движения и больше улыбаться. Хотя бы потому, что их может снимать скрытая камера. Елена Пич, Александр Вихтинский, Дмитрий Орехов, Первый канал, Волгоград.